В 10-й серии турецкого сериала «Дочь посла» Наре удалось найти на Акыне неопровержимые доказательства. Она позвонила Санджару и обо всем рассказала. Теперь только он может все исправить. Когда Милек разговаривала со своим папой Санджаром, то стала считать, что он нечестен с ней. Все дело в том, что он был женат на другой женщине. Значит, любимый отец не может сдержать своего обещания. Это очень огорчает Милек, ведь она надеялась, что они смогут жить вместе дружной семьей. Отношения Наре и Саджара, казалось бы, зашли в тупик, и каждый из них считает себя правым. Никто не хочет признавать своих ошибок. Даже ради дочери родители не готовы уступать своим принципам. Саджар заявил Наре, что он закопал голову не в песок, а в беспечность. И у него нет времени для того, чтобы забывать, так как необходимо искать. Когда Саджар пришел к Мюге, то стал спрашивать у нее, все ли ей рассказала Наре. Мюге ответила, что Наре ей рассказала все. И тогда Саджар спросил у Мюге, поверила ли она в ее слова. Наре просит Саджара остановиться, но он не собирается это делать только потому, что ей этого захотелось. Ведь тогда она в очередной раз окажется права. Саджар уверен в том, что они в любом случае сломаются. Все, что будет дальше, мы узнаем из 10 серии, которая выйдет 24 февраля на канале Star TV. С русским переводом выйдет после 25 февраля. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.